В королевстве, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь громадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас издал три декрета: зверь, надо говорить, одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь ты прям наискосок, в бесшабашной желтоске и гусарстве бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды, и тут протрубили во дворе трубадуры: хвать стрелка и во дворец волокут. И король ему прокашлял: не буду я читать тебе морали, юнец. Вот если завтра победишь чуду-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок дает, что это награда, мне бы выкатить портвейну подью. Мол, принцессу мне и даром не надо, чуду-юду я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебе раз-два и в тюрьму. Иди, это все же королевская дочка, а стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли дур. Делать нечего, портвей он отспорил, чуду-юду уложил и убег. Вот так принцесс королем опозорил бывший лучший, но опальный стрелок.